ситуация. Терпеть это не могу. Как будто бы каждый говорит правду. Но, значит, у Адрианы реакция, в принципе, на все вопросы достоверна. Uh-huh. Низкая степень реакции, то есть она говорит правду. С исключением одного вопроса, это вопрос, который добавили вы. Что я думаю здесь, в ее случае? Врать не врет. Но, наверное, она приберегла специально эту историю на день голосования. Правильно я понимаю? Она же тогда этого... Да, просто знаете, в чем проблема? Что есть мальчик, который он сказал конкретно, что он ее трогал, но он не пил. Он ее шлепал, там к ней прикасался. Она говорит, что такого не было, но она тоже выпила. Максим, получается, что да, говорит правдиво, но... Вот здесь я действительно склонна сомневаться в том, что он говорит правду. Он уверен в том, что он говорит правду. Где-то есть какие-то доли сомнений. Ну, полиграф не показывает, mm-hmm. что он лжет. Вот. Все ж таки, смею предположить, что где-то какие-то провалы в памяти были. Mm-hmm. Пока я, значит,